Всем привет, дорогие зрители, канал Папа Юсуф, радушкам любимая жена Елена, одновременно, который Turkish People. Мы хотели сегодня ужинать, который два человека. Да, вдвоем с мужем. Дети потому что ушли в другой ресторан. Пока мы собирались, пока вот то все, не успели вернуться, мы с ней, представляете, встретились в лифте. Мы едем вниз на Г, вот этаж на входную группу, а они на первом этаже заходят, в наш же лифт. Вот это был вообще сюрприз. Говорят там, что нам не очень хорошо кормили туда, хотим. Они хотели есть стейки. И вот сказали, что как-то не очень, видимо. Да, они были в корейском ресторане. Видимо, настолько было остро, что они просятся сходить с нами. Говорят, остро. Острый был, поэтому не ели. Сейчас в ресторан, они приезжают с нами. Да, видишь? Пойдем в средиземноморскую кухню нас, к турецкому повару. У нас романтический ужин не будет, значит. Титми, короче, тогда. А мы только обсудили, будем как дети обсудить. Быстро растут. Да. И как бы вот. Они растут быстро, они успевают везде. Ну ладно, что ж, мы только даем тоже побыли. Хорошо, что у нас отдельный номер. Знаете, что мы делали в номере? Никогда не догадаетесь. Расскажем? Мы смотрели телевизор. Саша Таня сериал. Мы так давно не видели ТНТ. У нас по телевизору его не показывают. У нас какие-то другие русские каналы есть, а этого нет. Но в интернете, понимаешь, что можно найти? Но это как-то неинтересно. Так пришел, кликнул и все. И у нас прям традиция, мы когда приезжаем в турецких отелях, и казалось, что и в Дубае та же самая история, в Шарже мы видели, есть канал ТНТ. ТНТ везде есть, русский канал везде есть, короче. Да, там что номер делать? Просто так смотрим. Русский отель тоже здесь, который... Как объяснить отель, я не знаю. Просто здесь есть несколько лифтов, и мы на свою лифте из номера приезжаем рядышком с рестораном, в который мы ходили. И здесь что? Смотри, комната, есть у нас карта, которая... Мы шестой этаж живем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть этажа умеем право поднимать. Угу. Наша карта седьмой этаж уже не работает. Да, и можем только на крышу на 14 сесть, и там есть... Тоже вот кафе-ресторан. Мы взрослые туда можем, а детей туда не пускают. Вот Андрей с Аней там были, потому что, ну, Андрей выглядит у нас как взрослый, и он сказал, ну, вот я тут, ну, и Аню не спросили. Серьезно говорю, очень интересно отель здесь, очень-очень интересно. Давай мы поедем, Аня приедет, что? Нет, давай уж вместе подождем, а то потом... Блин, номер жди, сюда жди, что в жизни, а? Ага, сейчас еще позвонят, мы не можем найти. То, чтобы пойти в ресторан, еще нужно специальную карту. Если у нас масса оплачен ужин, как вот у нас. Понятно, да, сейчас. А я не взяла на Андрея карту. А вот, только две. Вот если эта карта нет... Будешь платить деньги. Ужинать если... не сможешь. Да. Ну, понятно, дело. Но на ужин бесплатно только вода и вот какая-то газировка там вот есть. Есть такой напитки, напитки проблемы нет, короче, полипансион типа считается. Да, вот но, так. Но чай, кофе вечером и за деньги, да. И вино пытаются обед не дают, но более-менее хорошо. И здесь, короче, питание лучше. Вот, идите, планируйте. Без вас никуда. Это понятно уже. Этим можно куда угодно, в любой ресторан, просто здесь безлимитная еда и цена, а если идешь в другой ресторан, там нужно будет у тебя 160 дирхамов. 150 дирхамов, а здесь такие цены, что... Другой ресторан, ты со видел, короче, 150, что можно есть? Вообще ничего. Можно съесть один стейк на человека и взять одну закуску, например. Вот мы были сейчас в корейском ресторане, кимчи можно взять, либо рис, он 15 дирхамов. Ну рис просто сваренный рис. Обычный рис. Обычный рис почем? 15 дирхамов. И 150, и значит есть что-то. 120 стоит это 100 грамм мяса и еще 25 это кимчи. А, кимчи очень острое. Все снимают, а у Андрея будет эксклюзив на его канале. Наша очередь подошла. Лавентера. Уже, наверное, ресторан полный, народ сидит, не? Мы пришли к 8 часам, начало 9. Это начало, ресторан. Как наши 2 плюс 1 квартира. Это место ожидания. А, ждать сюда? Да.
Понятное дело. Пойду я, ребята. Вы разбирайтесь. Ну, друзья, вчера я снимал. Еще раз. У нас последний день сегодня. Еще раз снимаю вас. Ресторан, короче, так, система американский. Реально, который много чего есть. Но все равно я буду ждать. Они должны быть здесь принимать нам. И отвезут место показать. И никого нету. Уже все, принимали. Друзья, интересно, что мы покушаем, который там все даже чек воды пишут. После ужин, короче, что-то чек дают, подпись собирают. И все. Турция такой, конечно, нету. Холодной закуски так быстро-быстро покачаю. Потому что вчера я вам снимал. Обычные холодные закуски. Ого. Рыба сегодня, которая искусственная. Хорошо рыба есть. Копченая рыба, типа. И здесь по-русски не пишут, что это такое. Суп типа. Тоже крем-суп. Ага. Да. Ага. Вчера было что-то другое. Вот, вот. Что ты ешь, на? О, видишь, все говорят, о! Как японец пахнет будет сегодня. Где я попробовал, друзья, не очень такой, но... Пока нет, что делать? Там есть мясо. Курица. О. Рыба. Сегодня рыбный день, наверное. Каждую еду рыба есть. Реально мясо есть, друзья. Много мяса есть здесь. А. Картошка фри. Дома, чили-чёрта. Национально у них там еду, мне не понравилось. Рис корейский. Это что такое? А, курица, друзья, жареная с соусом. Тоже курица. Котлет я видел это. Остальные, друзья, не очень такой выглядит. Это рис. Корейский, да? Тоже корейский, китайский, что-то еду есть здесь. Покажу быстро сладости вам. Сыр, друзья, здесь так отличный сыр есть. Это тоже сыр, голландский сыр. Французский, это сыр, просто шикарный, вкусно. Остальное, как обычно, Москва тоже можно найти вот этот сыр. Обычный сыр. Сладости показываю. Друзья, они реально не умеют сладости готовить. Сладости, конечно, наши курсы первые. Вот еще сладости. Это локум, друзья. Сахар локум. И здесь можно наливать себе напитки. Вот есть сок, много чего. Стакан можно возьми, брать.
Вот у них фарш. So. Друзья, наш стол. Все полностью еду, вот эти. Это вкусно. Вкусно? Угу. Ешь, на, ешь. Приятного аппетита, ребята. Спасибо. Спасибо. Типа день рождения у них. Как наш торт, не получается, увидишь. Ты помнишь, какой тебе торт приносили, когда ты сказали, что у тебя день рождения? Питается, говорит по-английски, свой язык поговори, а? Ты чё? Один-два фото, всё, закончилось. Друзья, самое главное, здесь мой любимый сыр есть. Сыр плесени. Ещё по-русски дорблю говорит, да? Вот. И здесь. Она есть сладости. Десертик. Приближена. А что написано туда? 745 дирхамов нам. И зачем? Обошелся. Ну, они говорят, это формальность такая. А-а. Они обязаны такое. Друзья, ночи. Жена передумал. Куда жена? Едем мы колесо обозрения на Blue Waters. Blue Waters. Она передумал, говорит, муж. Давай таксистом поедем. Вот, жена всегда придумает что-то. Сейчас поедем, посмотрим, что есть, говорят, остров, типа. Сейчас поедем, ничего нету интересного, я знаю. Не ворчи. Я не ворчусь. Улыбайся, радуйся жизни. Не ворчи. Лучше купи себе что-то. За такси платишь там свою ерунду. Что? Я это и так куплю. Да, я это куплю, если захочу. Вот такое издание, я вам показываю, все. Такое огромное. А, который назад сейчас поворачиваем. Всех большое издание. Выглядит будет шикарно. Microsoft, свой офис. Capital Ax. Телефонная компания, наверное, эти IBM. Motorola, да, телефонная компания. Здание, как макет это выглядит. И огромный, да, вот из сумки посвящается, правильно правда, сколько это макет выглядит. Вот люди эти здания увидят, приезжают миллион народ сюда. Ребята, вы говорили 6 километров, уже 10 километров уезжаем. Честно, не знаю. Покрутим вокруг большое здание. Реально, местный дом со. Thank you.
сейчас покурить, им обратно в наш отель приедем. Уже выглядит. Друзья, переехали Роди. Сейчас будем кататься долго-долго. Однозначно. Видишь, оказался тоже торговый центр под открытым небом. Вот, что ожидал Елена? Красивая подсветка издалека была. Очень... Что, Андрей обратно уезжает? Посмотрим сейчас. Колесо такое, друзья, огромное просто. Ай-яй-яй, колесо велосипед. Оно не работает. Не работает, да. Что делать? Просто здание, увидишь, серьезно такое. Человек настоящий строил. Детские отвлечения здесь. И Fort Court. Смотрите. Мама опять не спит. Ай-яй-яй. Хаджи стоит туда, хаджи. What's blue weather? Написано внизу, друзья. Главный выход здесь, вроде. Ребят, мама, не потеряем? Вот там. Сейчас возьмет один араб свой гарем и поставляет. Посмотри, ее. Посмотри там сверху. Да. Мишка. Да, Мишка. Потом жена будет искать. Мама, мама. Ой-ой-ой. Такое здание, друзья, не представляете. Серьезно говоря. Все вокруг кафе, бар, ресторан. Люди сидят, отдыхают. Вроде близким там все здание. Вот так выглядит. Немножко увеличиваю вот так. Ночной клуб на это идет. Моя красота, дочь. Довольна? Да. Дальше пойдем погуляем, посмотрим. Честно говоря, здесь не ждал такое огромное будет колесо. Но... Пойдем дальше. Наш тур куда идет? Откроют сразу бизнес, друзья. Смотрите, ресторан они открыли. Вот Гюнайдин зовут в ресторанте. Есть народ, полный сидит туда.
Наверное, наш турки соус там сидит. Да. Да, и турки работают. Гюнайден, доброе утро у нас. Да. А мы еще Гюнайден видели. Еще в Ларе у нас есть в Анталии. И в Стамбуле. Гюнайден? Да. Я был в Ларе, в Гюнайдене. Там, получается, где этот обрыв. И значит, они самая крупная компания разрешает открыть здесь бизнес. Видимо. Но он вообще не дешевый, очень такой. Вот наши турки там все сидит туда. Сразу выглядит. На этой корабле, друзья, клуб. Индийский клуб. Видите, раз, два, три, четыре. Там два штук туда. Они танцуют, мансуют, приезжают. А? Они вам вертолет заказывают. Вертолет заказывают? Да, да, там нарисован вертолет и индивидуальная яхта. Ай. Человек есть, такси не найдет. Домой ехать, человек есть, вертолетом идет домой. Что за жизнь, а? Друзья, просто гулялись. Вот это мосты тоже мы были. Везде, в принципе, вы были. Там дальше не ходили, потому что там все клуб диско, там видеть ничем. Ничего абсолютно. Сейчас поедем. В торговый центр немножко катаемся. Посмотрим там, что интересного. Серьезно говоря, и здесь так немерено. Народ. Очень много. Просто всех хочет видеть красота. Потому что другое место нету гулять. Народ что может делать? Вот кафешку. Передумали они. Друзья, торговый центр особенно выглядит, ничего нет. Просто еду и коллекционную обувь я вижу. Кафе, бар, башка. Другой ничего нет. Все, потихоньку отель поедем. Там в магазине вижу теннис. Паста мама. Дальше посмотрим, что есть лево-право. И здесь наш телефон, интернет нет, потеряемся. Видите, друзья, ничего интересного. Простое. Вот семья там. Welcome to Dubai! Welcome to Dubai! Что понравилось? Смотри, все для тенниса есть. Все, магазины закрыт, кальян продают, сколько, видишь? Друзья, вот сегодня так произошло. Вот семья. Обратно поедем в отель сейчас. И здесь интересно выглядит. Много чего был. Просто глаза покормить. Красоту посмотреть близко. Но один раз был, второй раз можно уже не ехать. Один слов есть у нас по-тюрьевски. Как это переводить, я не знаю конкретно, но... Богатство, вещи, короче, обсудить бедным во рту... Рот сломается, да? Вот. Не сломается, язык, во рту язык, остается. Язык устает. Остается, да. Богатый, короче, что есть, мы это смотрим. И потом поедем обратно. Да, это так, сейчас такой. Вызовем. Всем пока, друзья, увидимся. Пока, говорите, ребята. Пока.